Что тут произошло? Ну, стреляли куда-то в бар, и поэтому проход закрыли. Не в бар стреляли, стреляли в хозяина в бар. А. Панорама, все вместе. Поднимаемся на самую высокую точку старой будочки. А вот видно отель. Овал. А вот там дальше пляж Магрен. Вот здесь остров Святого Николая. Пошли дальше вниз. Ох. Не выйдем. Нет. Все, только здесь и все. Это на Вачевенко стреляли, там и закрыла полиция стоит. Это на Вачевенко стреляли, там и закрыла полиция стоит. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Юнеч на Ютубе и смотрите другие наши видео про отдых в Черногории.